Всем привет, с вами Роман. Продолжаем прохождение Stalker Тень Чернобыль с модом Большая Зона. Он кабанятина бегает. Почему-то персонаж умирает после 9 часов сна. Чё-то фигня какая-то нездоровая. Так, пойдем до Сидоровича, зайдем. Задание возьмем. Так, заданица. Так, и сложим барашка. Есть что-то стоящее. Так, что мышка немножко сейчас поправим. Так. Ну-ка. Из-за дождя, что ли, так подвисает? Так. Да, походу. Дождик. Так. Давай-ка. Зачистить место от мутантов. Так, сохранимся. Ну, кстати, проветришься, заходи. Еще из-за чего фигня такая может быть. А выброс вроде как. Два раза пробовал сейчас спать лечь. Два раза выброс накрывал. Прямо у него будки в этих, где безопасно должно быть. Из игры выкидывает нафиг. А там не должно быть безопасно. И фигня какая-то нездоровая. Что-то выброс-то по два раза на дню-то. С патронов вообще нету. А как мы собирались на мутантах идти охотиться? Да. Там еще встретиться надо с проводником заодно. Есть что-то? Да есть, есть. Патронов дай. Ну и цены у тебя, я скажу. Патрончики. Ты каким питаешься? 19-й. Нету здесь, походу, таких. Нет, хорошо. Ну, будет еще, заходи. Ну, проветришься, заходи. Так. Ага, проветришься, тут скорее постираешься. А, пойдемте. Через кусты, пока тебе проберешься. 40 килограмм с собой. Из 50. А будешь как 70 вроде. Что за фигня-то такая? Я точно помню, 70 было. Может, я что перепутал, но не мог я так ошибиться. Вот 70. Куртка, видать, так влияет. Все правильно, значит. Ох ты, крики. Вой какой. Вот такой понятный он будет. Пришили. Но этот дождик не мешает. Это чем вы там занимаетесь таким? Так, ладно, не буду вам мешать. Пойду я отсюда. Ага. Опять ты. Готово. Ну что нам потом продадим локации? Много мы ж туда сходим. Ну, что у нас тут есть? Вполне можно дождь переждать. Кстати, нет никакой аномалии. Давайте-ка посмотрим, появился ли кто-нибудь новый. Вот здесь. Задание убить бандитов. Два раза уже туда ходили. Так. Два раза зачищали. Там уже места нет. Все, тут уже тишина. Так. Ага. Эй, а чё, я задание не взял, что ли? На зачистку. Вот же сразу. Но не бежать же обратно. А, нет. Первый раз вот тут была зачистка. Рандомно выбирается, что ли? Карта что-то немножко. Ладно.
Ой, гроза, дождь. Ой. Гроза, дождь. О. Это они друг друга перебили, что ли? Это хорошо. Лучше бы они на военных напали. Что-то военные буракосят. Ага. Так. Так. Тут какие звуки нехорошие. Идите сюда, я вас не боюсь. Артефакт. Ух ты, тут аномалий много. Единственное, что вот... С аномалией туда лезть не хочется. Вот и проводник. Где здесь эти мутанты, из-за которых я сюда пришел? Что-то карта как-то не так показывает. Ну где вы? Сволочи где-то гавкают. Найду, прибью. Куда же вы сметались, а? Ага. Ну, по-моему, далеко от того места. Ага, кабанятина. Вещь, конечно. Может, не продавать? Какая в запаснике лежит. Ой. Ой, блин, надо отсюда убираться. Вах. Где же они гавкают-то? Ладно. Сидоровичу попробовать поспать до утра. А то с такой погодой, еще в темноте, мы тут не навоюем. Еще аномалии эти. Ох ты, не пойду туда. Уничтожение лагеря, задание провалено. Что у вас там творится? Военные. Тут что творится? Так.
Ох ты, ёлки-перный театр. Кто-то еще есть. Здесь куда свалить? Ладно. Сами разберутся. Что, вообще трындец какой-то. Волк. Слишком тяжело. Давайте, наверное, загрузимся все-таки. Что-то это нездоровая фигня. Так. Это мы на дороге туда еще, да, загрузились? Ой, надо побыстрее тогда здесь заканчивать. Бежать к базе. Так. Что ж за бронированное создание? Так. Закономерность обнаружил. Какая нафиг закономерность? Все расшить должны. Так. Сбежали. Ну и фиг с ними. До базы бы добраться вовремя. Ну хоть на мосту никаких аномалий. Так. Ух ты, идите его налево. Это мы вовремя. Базы шляться. По идее, еще один где-то должен быть. Неизвестный солдат. Оружие твое где, неизвестный солдат? Вот он. Гранатомет. Правильно, тут взрыв был слышно. Нам гранатомет не нужен. Мы же базу их штурмовать не собираемся. Блин, все-таки кого-то прибили. Я не собираюсь тебя ждать. Ну пропусти, да пропусти ты, вот скотина. Раньше меня сволочь успел.
Мне ж там их всех перебил. Чего опять-то? По идее, все чисто. Да что по всех? Оружие убрал. Да уйдите нафиг, своим оружием убрал. Там что-то ходит. Все. Прибили кабанятина. Еще что-то? Да все, уже тишина. Ладно, пойду проверю. Оружие убрал. Батон. Тишина, тишина. Да нету тут никого. Отношения друг. Какая-то фигня нездоровая творится. Ладно, пойдем к этому остолопу. Так, выдохся весь. Гранатомет нам точно нафиг не нужен. Его можно и продать. Хаба. Тяжеловато там, чтобы его таскать с собой. Так. Вот так бы всегда. Ага. Всегда так бы тебе. Что там за патроны? 7,62. Это вот эти, наверное, да? Пистолеты всевозможные. Так. Тут этот оставим, те три продадим. И надо бы сложить сюда еще вот этого будень. Всю. Бандитов на свалке, каменный цветок, стрелок, торгаш. Ладно, давай. Теперь. Так. А на костюмчик так и так не хватит, да? Комбинезон сталкера. Хочу комбинезон наемника. Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Так, походу сейчас нам надо будет сюда. Ага. Здесь надо мутантов прибить. И походу отправиться нам. А, торгаша прищучить. Ой, документы. Я не хочу туда идти. Не хочу. Лощина. Тут вообще живых людей не видать. Нам там делать нефиг. Да и проходов здесь туда нету. Скрытая дорога. Ладно. Ах, вернуться за наградой, кстати. Давайте я сейчас приготовимся к дальней дороге. Так. Дорога дальняя, дальняя. Ночью туда лучше не идти, давайте. Не вот так бы всегда. Оборву видео и попробую отоспаться до утра. Короче, эксперимент показал. Сталкер дохнет, если спим 3 часа. О, уже утро. Я 2 раза по часу поспал, уже утро.
Видать, с вот этой фигней игра чуть подглючивает. С кем вы там опять деретесь? Кем вы деретесь-то? Опять военные. Вы очешуели, а? Лови гранату! Прикрывай, я пошел! Так, правда что? Где ж ты, тварь, сидишь, а? Перед тем, как идти дальше, мы должны запастись патронами. И награду забрать, а он ее, я чувствую, не отдаст, пока не прибьем того мудака. Так. Так. Ох, Сидорыч, где моя большая пушка? Чушь, они так рвутся-то сюда, как неудержимые. Нам надо либо отсюда принять срочно, либо что притащил все, что есть. Либо попробовать. Ну, отбиться. Работает, сталкер. Ну ща поохотимся, ты не. Не волнуйся. Свои. А, короче, кресты торчат. Аж ты бегать-то не можешь с этой фигней. Так, сейчас соберемся. Блин, прибили волка. Вместе с моими деньгами. Не прощу, зараза. Ну-ка стоять. Надеюсь, пришил. Ух ты, вот его колбасит. Сволочи. Неужели без костюма или нет придется? Я не готов. Мне бы костюмчик бы. Мне бы. Так. Зараза. Ух ты. Ой. Не хочу умирать молодым. Надо бы с вами, сволочами, разобраться. Из-за вас у меня игра виснет. Прикрой, сейчас я этого гада сделаю. Еще где-то кто-то есть. Баняка, сволочь. Ой. Ах ты, там кто-то сидит. И Стива по нам стреляет. Да что ж такое? Ни хрена себе. Они меня с гранатомета прибить решили. Нет, а реально надо отсюда мотать. Руки в ноги и все. Линяем.
Так, попробуем еще раз. Так. Ох ты, ни хрена себе. Ой, да что этих мудаков с ушними гранатометами-то? А, это все вертолет. Поняли. Так, основная наша проблема — это вертолет. А может и гранатомет. Ну тут вертолет летает, хотя. Что-то непонятное. Скорее всего, это мог вертолет быть. Видите, взрывы какие-то. Ух ты, да ну нафиг. Взрывы. Это свои. Ни хрена там что-то взрывается. Вертолет, а я. Бедный сталкер. Чё ж тебе так денег мало? Их охренительно много, кстати. Если бы они еще не взрывали все вокруг, может быть, вполне бы отбились. Съешь колбаски. Все, что ли, отступили? Ух, все бы сохранился. На всякий случай здесь сохранение сделаем. Подвисает слишком много юнитов. Лови гранату! Ух ты, вот не зря сохранился, не зря. Чем-то найдем. Ух ты, ну! Вы видели это? Так. В общем, пора, я так понял, линять. Так. Где-то здесь волк был. Гребаный вертолет. Другого выхода нету, да? Так. Что-то мы куда-то зашли, не туда. Ничего нету. Все, что ли? Неужто отошли? Если мы их заставили отойти, это очень хорошо.
снайперка. Вот это вещь. Так. О. Так. Пора к Сидорычу заглянуть. Порадуемся на своем веку. Да. Обезлюдило все. Ну, мы, по крайней мере, отбились. Оружие убрал. Это значит, что? Ты по делу, если, так говори, не тупи. Много халявы, хотя. Все относительно. Сейчас подберем все вооружение. Печенек, что получше будет его выбрать. Ну-ка, давайте отойдем. А ты чем заряжаешься? Не тем же, что и вот это. Теперь он вроде и полегче будет. По точности, зато удобнее и целее. Один фиг всю эту тяжелую артиллерию тут оставлять. Есть что-то стоящее? Ну как сказать, Сидорыч, как сказать. Так. Куча всякого барахла. Ага, пожалуй, артефакты мы тебе продадим. Может, у меня сейчас даже денег хватит. Не хорошо. Но будет еще, заходи. Сдадим все это. Трихомудия. Чтобы нам сейчас пойти собрать, что осталось. Побежали. Может, удастся что получше найти. На броньку накопить деньжат. Тут, по-моему, снайперку забрали у кого-то. Оперный театр. Они еще не угомонились. Укр. Военные силы. Так. Вообще хорошо было бы их базу разнести, но там автоматические пулеметы. Автоматические. Опять гроза. Да сколько ж можно? А где, кстати, его оружие? Ой, где-то кабанятина бегает. А, это там тот трупик. Он нам не надо. Так. А, теперь. Там лежит три тушки какие-то. А, три тушки. Пойдем заберем что-нибудь. Так. Постараемся аккуратно пройти. Там у них
не судьба, видать. Какие-то взрывы нехорошие. Короче, не стоит оно того. Не стоит. Нет, туда я не пойду. Там все простреливается. Давайте, наверное, на этом закончим. А в следующей серии у собаки где-то воют. А, пойдем туда, железнодорожную насыпь. Что ж, на этом все. Всем пока.